На площадке для воркаута в сквере Бестужева конкурсанты соревновались в трех номинациях – рэп, брейк-данс и хип-хоп. Судили турнир члены жюри из Томска и Краснодара. Финал состоялся в Адлерском парке. Свое шоу показали сочинские коллективы современного танца, вокалом порадовали и солисты городских студий. Единственный в Адлерском районе ансамбль гитаристов «Струнный биг-бенд» представил инструментальный жанр. За два дня в конкурсе приняли участие более 140 человек. Об этом фестивале я слышала очень давно, но принять участие в нем мы решили только в этом году. Я участвую в номинации «Хип-хоп-танец». В фестивале получилось так, что участвовал случайно, буквально вчера проходил мимо, услышал хип-хоповскую музыку и такой, думаю, нужно втянуться. Получилось прикольно, атмосферная организация крутая, музыка тоже кайфанула очень сильно. И надеюсь, вот получится так в следующем году приехать и потусить еще с ребятами, познакомиться. Гран-при удостоилась Инесса Ковалева, солистка сочинской вокальной студии «Смайл» и танцевальный коллектив «Элегия». Все участники получили дипломы лауреатов в своей номинации и призы от партнеров фестиваля.